4 дня. Да, блин, скидос решил попробовать. Да, Александр, what the fuck? А кто еще там стримит-то? Блядь, Саня, что ли, что-то? Так, летаю по мануалам из YouTube, поэтому... Не совсем я в курсе, как на нем летать, но зато будет интересно. Погнали. Не, разорился, Дима, разорился. Версия для бояр. Ну-ка, не для бояр, для бомжей. Да. Это без этого, без дополнения. М4-4. Так, звук идет вроде. Так, а чё он GPS координату не подсасывает? Я вот что-то не понимаю. Правильно жамка? На эту кнопку. А, вот, все подтянул. Задумчивый просто, ладно. Тут быть. Так. Да. Ну вот видишься, бери на это, на заметку. Да, продал орлей, купил ПМДГ. Примерно так. Так, ну контроля у нас походу нет. Не, ну чё, вот, не секрет, смотрите. Орланды в главный город на Неве. Там. Так, ладно, давайте сначала, наверное, его, пожалуй, загрузим. S-Action, да? Сначала загрузим фу. А что ему не нравится в этом, блин? Field density. И гравити, так называемый. Он матюкается на... 0,2 вчера. Черт его знает, что означает эта зеленая хрень, не понимаю, не знаю. Ну, это уже такое второстепенное. Так, что у нас по загрузке? Ну, присоединюсь, если... Тоха куда полетим. Сегодня, наверное, получится. Так, по фуилу у меня 33 тонны 258. 3. Так, пойдет. Ну, вопрос. Specific gravity, блин,
Или fuel density остался, блин. Микро опять режется, блин. Ну давай я сейчас открыть. Ну давай я добавлю уровень вот так вот. Буст ему делать, я не знаю. А так, лучше стало. Просто чтобы не орало там сильно, конечно же, надо. Один-два раз. Вроде нормально, да? Это что с этим стало? С АБСом долбаным. Лады. Вроде так получше должно быть, полагать. Так, ретурн и пейлот. Что у нас там по пейлоду? Вот у нас следующая картина. Везем 104 тонны. Я, да, по разным, короче, стримам. Совмещенное обучение было. 104,7 по карго. Так, 104,7. Ну, я думаю, в мейндек не влезет 104,7. Давайте сюда положим... Не знаю, 80 тонн. Ну ничего страшного, молодец. Бери следующую пропись. Так, 104. Значит, еще нам надо 24 тонны раздеребанить, да? 24 тонны. Не знаю, по 12 тонн вместится. Хотя можно по 11,5 тут тонна, да? 11500 влезла и сзади тонна. Так, есть у нас 302,3 получается расчетный. Да, сейчас сделаем. Дело в том, что я ничего не делал по параметрам. Так, параметры. Или управление звуком. Так, бустер тогда уберем. Шумодав, который тупит. Сейчас, да, я понял. А сейчас. Кстати, шумодав может тупить, потому что на меня тут вентилятор направлен. Вот почему он еще может тупить, да. Вот так, фильтры. А, да, есть. Удалить. Да. Удалить. Да, фильтры стояли, точно, да. Один-два раз. Наверное, вот так будет получше, да? Шумодав, в общем-то, убрал полностью. Один-два раз. Так, продолжаем продолжать. 302,3 у меня рассчитал. Сейчас посмотрим. У меня take-away рассчитывает 309. Какое-то несовпадение. Да, я понял, за чего это было. Я просто вентилятор включаю, на себя направляю. И, видать, шумодав пытается подавить, короче, вентилятор. И происходит такая срань. Так, ну, что-то не то он мне насчитал, но это симбриф. Понятное дело, я профиль не пилил специально. Но пока карго везем так, как запланировано. Так, и в общем-то все пока. Привет, Константин Перевозчиков. Спасибо большое. Так. Ну и в общем-то все, можем приступать к программированию. У нас, кстати, пока не система, короче, инерциалка не согласовалась. Да, по погоде, что у нас по погоде, блин. План брифинг ожидаем 19-ю левую, 19-ю правую. Ну давайте на 19-ю правую поедем. Чё
Все равно трафика нет. Кстати, да, надо. Контроля нет. Не, никого нет. 122,8. Есть. Я же их так буду слышать, да? Вроде это так работает. Теоретически. Практически, да. HF1, HF2. А, вот так вот можно. Два прослушивать. Все, понял. Так, 19-е. Сейчас глянем в навиграфе, что там и как. Для 19-е. Да, Сань, ты если что, подсказывай. Там ты у нас специалист 737. Хоть мы не на 737 летим. Но я думаю, что логика у Боинга должна быть похожая. Так, 19 правая. Шоу черт оверлей. И у нас он предлагает нам Тоури 4 Гольф. Тоури 4 Гольф. Хорошо. Хорошо. Департур 19 правая. Тоури 4 Гольф. Дима спец. Ну вот хорошо, тогда Дима советы. Да, тогда сразу, Диман, вопрос. Что за сранец со Specific Gravity, блин? Вот это, что ему не нравится-то, блин? Почему он его зеленым выделяет, гад? Ладно, запишем загадки. Не дождетесь. Так. Роуд. Так, я думаю, что можем, в принципе, активировать хулинам, кабанам. Можно, конечно, посмотреть. План Лекса, типа, прощелкать. Типа, по-взрослому. Товари. И да, Акару. Ну а далее мы запрограммируем по ходу дела. Потом, в принципе, меня все устраивает. Activate. Так, далее. Вторую руту пока не будем убивать. Запасным у нас Шереметьево. Считали эшелон вроде как 330, да, он самый. Final резерв у нас от альтернативного 11 плюс 5 16 тонн. Нравятся мне, конечно, эти. Кост индекс пускай будет 105. 105 же, 103 он почему-то не посчитал этот раз. Ладно, 103. Для карго нифиговый такой кост индекс. Так, ну, топ-ката у меня нет для калькулирования перформанса, поэтому будем на глаз. Или вот так даже. Молодец, Кристина. Теперь вот эти вот линии. Ну вот это. Вот эти вот еще не кончились. Хорошо. Давай, иди заканчивай. Привет, Серё. О, я слышал, ты тоже спец по этому, по 747. Ну, по крайней мере, он у тебя есть. Не, какая лужа, ты чё? Не-не-не. Без всяких луж. Так, 20-х закрылков, думаю, нам хватит. Так, Acceleration Height 3000. Получается NDP1 годится. Trust Reduction 1500.
CG. Это агрономный кондишн драй. Винт. Винт у нас 181,9. 180/9. А, подожди, это винт и слуп, блин. Это что, они мне предлагают взять этот... ну, хедвинд, если он полоса 19, 180, примерно 9 и будет хедвинд компонент, а слуп будет 0. Не буду я доставать. Так, почему TL? Хедвинд компонент. Хедвинд компонент. Есть, так, runway dry. Вот у меня еще что вопрос. Я вчера пытался его запустить, так, просто после приобретения, так скажем. CG вроде 22. Какого хрена он мне не считает скорости? Вот еще у меня что. Вот у меня еще в чем проблема, блин. Сейчас я, конечно, посмотрю, если онлайн какой-то калькулятор, блин, 747. Performance. Калькулятор. Перформанс кальк. Так. Какая-то страничка есть. Не все забил на перформансе, но я вроде бы все забил. Position Shift 0 у нас. Мы будем с нулевой отметки взлетать. 800, thrust reduction 1500. Что здесь? Так, должен считать, да. И дело в том, что я вчера специально в настройках смотрел. У меня performance опция, performance калькулятор врублена. True стоит, блин. Ну вот, как видите, ни хера не считает, блин. Наверное, из-за того, что спирачена модель. Перфинит. Сейчас глянем. Перфинит. Так. Да. Gross weight стоит. 33 zero fuel weight. Резерв, cost index. Да. Step size и cow. Я не, без понятия, что это такое. Cruise CG надо полагать 20, блин. Сюда вообще не заходит. Короче, считать не хочет гад, блин. Я, конечно, сейчас проверю. Меня что-то смущает вот эта вот срань, блин. Fuel density. Thrust limit. Ну, у меня же он указан. Вот. Минус 5% тейк-офф и клаймп во втором. Прикольно, у нас минус 5%, у нас тейк-офф трасс будет 105. Блять, поставить ему что ли флекс какую-нибудь температуру, бля. 50, 102, а 55. 101, ну ладно. На странице take-off вот, закрылки 20, acceleration 3000, engine out, acceleration height 800. Ну вот я не могу понять. Понятно, в припаре нету ни up, ни down slope. Полоса dry. Trim 22 в бит. Да, выбраны. Не, если нажимаешь, ничего не делает. Да, они должны быть это. Уже здесь вот, ну, предложено. Я, конечно, сейчас еще чекну, есть ли у меня этот калькулятор включен ли. Но он, походу, включен. Да. Походу, пьесы он включен. Вот так вот. Return, правда, я не помню, где тут херова туча, туева. Куча настроек, блин.
Не ломаные. Ломаные за соточку, да. Взломал за соточку. Обращайтесь. Так. Это PMDG Ctoop. По-моему, в Aircraft и, по-моему, в Equipment. Да, тут 22 страницы, блин. Всякой срани, блин. Ну, это я вчера поменял, понятное дело. Говорит, Slope Capture Before Localizer. Так. FS Switch APU Start Option. Yes. Так, ну вот, V1 Calculation стоит он. Bank Angle Calculation стоит он. Ну, вот оно, в принципе, вот оно. А, нет, это Callout, блин, это не Calculation, что я смотрю. Так, нет, не то. Так, Callout, понятное дело, пропускаем. Auto Preflight Uplink Position. Take Out Departure Point, Attack Crossface. Default acceleration, пускай будет. FMS calculate. А вот, да, вот. FMC calculates V-speed. Auto show V-now climb page. Че, блин, поставить здесь что ли yes? Ну, это мне кажется. Ну, короче, вот, да. FMC calculates V-speed. У меня стоит yes. Единственное, что меня смущает, повторюсь, это то, что. Бля, нахрена я его закрыл. Это то, что вот здесь вот у меня какого-то хрена Fuel Density стоит 0.801, и она какая-то непонятно зеленая. Да, веса вбил корректно, но вот я говорю, Дим, вот Fuel Density, вот это меня... Не-не-не, я вчера запускал, у меня такая же срань была, поэтому. When density is below the level. Так, и чё? Нет, Серёг, fuel density влияет на определение массы топлива в килограммах, поэтому, а масса влияет на этот, на перформанс, поэтому связь вполне может быть. Ну, блин, я не знаю, так, fuel density какой при у керосина при температуре 27 градусов, блин. Можем погуглить, конечно, но это какая-то срань, да, он должен сам все это считать. Так, fuel density... Density jet A1 at 27 degrees Celsius. Volume correction factors, блять. Так, нашел табличку, вообще замечательно. Так. Ну вот, я тоже его не трогал. Так, 27 градусов, оно оказывается для Jet One. Оно оказывается ни хрена не такое, как это, как для 27 градусов, оно 0,988. О, как, блин. Ладно. 0,988, хорошо. Блять, инвалид энтри. Так, что такое было? Это у меня паркинг брейк слетел. Ладно, а единица? 0,8. Нет, в килограммах все считается. Да, причем это специфик гравити, это инвалид энтри. Вот козел, блин. А9. Ну, Серега, если в двух словах, fuel density или specific gravity, оно еще называется, это зависимость объема топлива от температуры на улице. Соответственно, да,
1 литр керосина при температуре 27 градусов должен равняться объему, весу 0, там 889, исходя из таблички, которую я нагуглил. 0,998, точнее, исходя из таблички, которую я только что нагуглил. Ну, вообще какая-то странная табличка, потому что здесь вообще нет 0,801, блин. 0,801 он только будет при... Нет, ни при какой не будет. Volume correction factor, jet A1, керосин, турбайн, фьюл, на density. Ага, ну понятно. Так, density на от 15 градусов, вот он от 15 градусов Цельсия, короче, берет. Это получается 15 градусов Цельсия, надо полагать, это... При 15 Цельсиях 0,8, короче. Вот откуда у него. Ну, а что это тогда получается за цифры? 15 градусов. Так, температура. Бля, что-нибудь попроще не могли придумать? Ни хрена не понимаю. Так. Все, понял. 798 получается. Ладно. Поверим. Для 27 798. Но, блин, все равно какая-то жопа, блин. Все равно зеленым показывает. В конечном итоге я считаю, что вот это и есть проблема. Long range 23, take off CG 21.9, zero fuel weight. Блин, не знаю. Ну вот, смотри, чего проверять-то, тут все стоит. Ладно, онлайн калькулятор, блин. Онлайн перформанс калькулятор. Калькулятор. PMDG 747. Atlanta traffic, KLM 1109, all applies established 1119 right. Понятное дело, что первая ссылка не высвечивается. И второй тоже. Все рекомендуют топ-кат. Спасибо, блин. Идите в жопу, блин. Не хотелось бы выковыривать скорость износа, блин. Так.
опять на топкации ссылаются. Спасибо. Спасибо за помощь интернет-сообщества, бля. Так. А что Дима там говорил? Загрузку повторить? Ну, давайте повторим загрузку. Давайте повторим. Давайте. Так, еще разок тогда наша песня интересная. Начинаем ее сначала. По топливу. Блок фьюэл у нас 33258. О, куда-то, блин, 100 килограмм топлива съели. Мыши съели. А, ну да, я что-то клацаю с этим. Return payload 80 000. Одиннадцать с половиной у меня было. Вот как-то он странно мне перебросил, блин. По 11,5 у меня было. И тонна. Так, 21,9. Ну вот этот fuel density все равно ни хера не этот не. Не, ну я понял, как его считать. Надо было умножить стандартный 0,8 при температуре 15 градусов на вот этот вот поправку, короче, при температуре 27 на 0,988. Получается 0,797. То есть у меня здесь этот fuel density стоит корректно. Почему он его зеленым высвечивает? Не ясно. Ну, я так чувствую, подозреваю, надо будет этот калькулятор. Так, Boeing 7.4.4. Не. Ну, он ставит 0.801. Стандартный этот. Стандартную fuel density при температуре 15 градусов Цельсия. Фишка в том, что я вчера его первый раз запускал, я 15 минут буквально в нем посидел, и у меня такая же срань была. Я еще подумал, наверное, я его активировал, и поэтому что-то некорректно, короче, работает. Ну, первый раз, типа, не перезагружал сим, ну и забил, короче, на него. Думаю, вот сегодня полетаю. И сегодня заряжаю, короче, коней, как говорится, и такая же срань, блин. Так, детейл, так... Aircraft Performance калькулятор. Да, это, конечно, перформанс. Это какая-то срань, блин. А не Aircraft Performance калькулятор у него. Короче, пошло оно все в жопу, блин. Мы будем вводить так, блин. Ничего не случилось, просто Boeing оказался
от ПМДГ оказался куском говна. Ну или я тупой. Что, кстати, не... не исключается. Короче, какая-то срань Fuel Density вылазит здесь, блин. И... ну, погугли, я только что объяснял, или перемотай назад. Так, ладно, будем считать, что вбито, бля, на глаз, так скажем. Да? Рандомное топливо. Ну, давай еще разок попробуем поводить рандомное топливо. Вот long range, допустим. О, он, ну, понятное дело, что я за этим, за максимум take off weight, да? Medium range. Ну, можем даже ввести то, что по умолчанию. Ни хрена. Можно, конечно, еще одну фишку попробовать. Я могу зайти сюда. Aircraft. И нажать Reset Original. Может быть, я что-нибудь наклацал вчера, лазя по этим, по опциям. Ну, не считает этот перформанс калькулятор не работает в 747. Позвони Илону Маску. Так, давайте FS Action Fuel 33. Кстати, он опять мне поставил то топливо, которое у меня в принципе стояло, да? 33258. Ну да, почти. Ладно, я считаю, что все это излишне. Потому что скорости-то мы в конечном итоге поставили от балды. Так. Да все уже, сейчас будем взлетать. Нет, стрим на пару часиков всего лишь. Ни хера не считает гондон, а. Так, да, Navigation Lights мы не включили. В принципе, все. Я думаю, мы можем выталкиваться, да? Надо полагать. За исключением поставим здесь 2000. Экспондер. И погнали уже наконец-то полетаем на этом говне. Да, я вижу, да-да. Так, погнали, полетаем. А, да, погнали, полетаем. Давайте хотя бы этот выставим давление. Что у нас там? Что у нас сегодня по давлению? По давлению 10.22, давление хорошее. Давление у нас... Блядь. А что, колесо мыши не работает? О, круто, блин. Класс. Просто зачетно, блин, а. Просто зачетно. Колесо мыши не работает. Так, 160. Надеюсь, это говно взлетит на этой скорости. Так, 178 после взлета. Пускай стоит ауто.
Серега, я сейчас буду там видел, сколько настроек. Это точно будет 8-часовое видео. Ну его нафиг, блин. 33. Кстати, надо себе сделать самолетку на этих, на ELT, потому на электронно-лучевых трубках, ELT точнее, потому что, блин, типа ж это ж классика, ёперный балет. Так, ладно, давайте выталкиваться, блин. Да, ну, у него тут есть волшебная кнопка, блин, автостарт. Не переживай, здесь все как на арбузе. Надо насос только все включить. И в принципе все. Кстати, это уже, этим можно уже заняться, блин. Кроссфит нахрен, блин. Так, бикон, да. Так, и давайте. А, блин, это хорошо, конечно, но я не запустил ВСУ. Так, кстати, для ВСУ нужно какую-то эту насос какой-то дополнительный. Хотя мы уже все подключили, все насосы. Должен завестись. Так, где смотреть? Где смотреть ВСУ? Так, пока скройся. Где смотреть? Где смотреть запуск ВСУ, блин? А, все available, запустился. Зашибись, блин. Да, кстати, вот это тоже включим. А вот, в принципе, все, можем туда выталкиваться. А есть фоновый музончик, да? Так, нос направо, тейл налево. Но сначала давайте отключим всю наземную срань. Так. Ground connection. Remove. Parking brakes. Да, у меня стоит parking brake же. Какого хрена? Не, не стоит. Что это за срань еще с паркинг брейком, блин? Я, конечно, догадываюсь, может, у меня, блин, гидрашки нет. Включим аукс. Хотя не, можно, думаю, уже авто включено, уже все, ВСУ уже запущено. Все стоит. Да, гидрашки не было. Так. Давайте Quick Edit. Да, какая-то русская попса. Бля, я в наушниках сижу, просто не слышу. Парни, вы ушастые. А, надо еще дверь позакрывать, да? Действительно. Неплохо было бы. Doors. Close all. Так. Все, парни, вы боялись. Так, ладно, давайте, пожалуй, запускать всю эту срань.
Давайте здесь включим босс. Автостарт у нас включен, поэтому... Как там запускается? Первый, четвертый... А, да. Да. APU норм. Вот так вот, наверное, надо поставить, да? Off и off. APU bleed. Так, ну чё он белым-то не загорается, а? Ignition continuous on, не? Не запускается, да? Паки отключены. Неса сейчас запустим. Так, что там? Что-то пошло раскручиваться? Нет, N2 молчит. Почему молчит N2? Какого, так сказать, хера, бля? Parking brake set. Так, мужик, ты можешь сваливать отсюда. Так, еще разочек, давайте все проверим. По электрике все нормально, по гидрашке все просто замечательно. Так, здесь у нас босс на... здесь у нас по игнишену обе системы включены. Continuous, в принципе, нам не нужен. Автостарт есть. Насосы подкачки, перекачки включены. Спасибо. Так, паки отключены. А что, надо в норм поставить? Ладно, давайте в норм поставим. Ну, что-то ничего, ни черта не крутится, блин, гад. Может, надо просто так сделать и все. А, ну да, все, ларчик просто открывался. А это разве не отбор воздуха от ВСУ? Или просто APU-он, и этого достаточно, блин? Ну, в принципе, судя по этим клапанам, вроде как да. Ладно. А вы боялись? Все, запустили. Да я что-то думал, что она сначала должна быть белым загораться, а потом я должен включать этот топливный насос. Но оказалось все намного проще. Так, четвертый, поехали. Ну, вы же летали, блин, я второй раз сижу на этом самолете, парни. Вчера первые 15 минут посидел. И он у меня уже напрягает, в том плане, что гад скорости не считает, и в интернете вообще для такого популярного самолета нельзя найти гребаный, бля, перформанс-калькулятор, бля. Так, получается... Не, ну это три пака, этот пак для этого, для ВСУ, если он включен. А, ну да, это в салон он надувает.
Если он off, то он дует на движки. Все понятно. Так, есть, да? Второй. Так, что-то вы там так много строчите, что я не успеваю за вами читать. Или вы сами себя там развлекаете? Ну да, Сань, запускаю как CES, но как же еще? Другого опыта, как говорится, у нас нет. Да? Докажи. Погнали. Ты вторым. Так, так, Xeon могу уже, я думаю, включать. Это все повключаем. Ну и запуск третьего, блин. Да, все крутится, все окей. Да, emergency lights не. Ну это грузовой самолет, поэтому тут emergency lights, в принципе, особой рояли не играет, блин. Так, как мы будем рулить, надо посмотреть. А рулить по ЕСе мы будем следующим макаром. Такси чарт. Рулить будем по юниформ. Янки. И на Янки 10 вообще все просто. Юниформ Янки, Янки 10. Так, что у нас там пока? Вроде как все запустилось, да? Есть. Вот теперь точно все запустилось. Так, отбор воздух в салон пошел. Выключаем ВСУ. Так, свет у нас включен. Соответственно, помашем ручкой. Стокгольму. И погнали. Так, пак 2 оф какого-то хрена. Какого хрена он оф, если он он? Нормал, нормал. Ладно, запишем загадки. Ну да, один. Так, right side clear, насколько я могу видеть. Выруливаем на uniform. Orlando traffic, Airbridge Cargo 1511 Heavy, taxiing via uniform Yankee, holding point runway 19 right. Бля. Да, ладно, хорошо. Норм, не буду спорить. Ну, блядь, нарисовано так, как будто бы он идет от ВСУ, блин. Смотрите. Бля, знатоки такие все сварили. Ну ладно, нет, спасибо, парни, вы помогаете. Так. Left is clear, right is clear. Yankee identified. Бля, как на КамАЗе себя чувствую. Ёперный балет, бля. Моща. Надо было, когда стартовал движки, таймер включить, блин. Но я забыл. Все, понял. Учимся летать по чатику из Ютуба. Не по видео из Ютуба, а по чатику, из чатика из Ютуба. Кстати, здесь эти спойлера армируются при взлете, да?
Надо их армировать. Сейчас take off warning проверим. Ничего не орете, все нормально. А, не надо? Не, ну на этом надо, блин, нормировать, как его, на МД. Тоже, если есть такая, если есть этот RTO, Reject Takeoff. Кстати, да, пока рулим, давайте выпустим закрылки в положение 20. Есть. Надо же еще поставить этот, да? Stop trim. Кстати, где смотрится позиция стабилайзер trim, да? 23. Подсказывайте мне, как его выставлять-то, ёперный балет. А, ну, наверное, посередине зеленая, да, будет нормально. Так, подъезжаем, соответственно, ТКАС, я думаю, можно поставить уже вон. Да, это правильно, армим LNAV, VNAV, правда, ну, а, ну да, директора же не включены, блин, как же он у него будет армиться. LNAV, VNAV заормлено. Да, Серег включил, да-да, это я знаю, что как же оно будет армиться, если директора не включено. Так, FMS message. Так, performance VNAV unavailable. Вот это интересно, может быть поэтому он мне и не считал ничего, блин. А, да, есть точное значение. Ну, надеюсь, что если посередине зеленая, то моей мускульной силы хватит, чтобы его поднять в небо. Так, 32, кос, 23, а где смотреть-то, блин? В перфи нет, не вижу, блин, здесь же нет еще одной страницы, нет. Надо, конечно, почитать хотя бы мануальчик. Немножечко полистать хотя бы, чтобы его черт побрал. Так. Ладно, а че ж он мне VNAV не считает вообще никак? От слова совсем. Ну, gross weight. Ладно. Уломал. А, вот, наверное, из-за этого он мне ничего не считал. Прикольно. Прикольно, да. Смотри, ну я был близок, смотрите, я поставил 135, 145 и 160. Я был близок к этому, вы чувствуете, как это? Как я был, и трим 5,7, так. И трим я тоже, кстати, Дима, выставил прямо в дырочку, вы посмотрите. То есть я был прав, посередине зеленой. А ну-ка. О, сейчас уже даже не матюкается. Я нажал VNAV, и он не матюкнулся. Прикольно, блин. Так, и прочь, пас клир. Погнали. Вот раньше надо было говорить об этом. Раньше. Так, транспондер включен. Строб лайтс он. Все, в принципе. Поехали. Orlando traffic, Airbridge 1511, cargo landing up runway 19 right. Спасибо, Серега, спасибо. Самолет мне начинает нравиться все больше и больше.
Так, у нас Thrust Reduction 1500, Acceleration 3 косаря. Так, еще подскажите мне, где находится у него Reject Takeoff. No Smoking. Auto, Auto Brakes, вот оно, RTO. Нашел, блин. Блин, не в ту сторону. Так, Reject Takeoff on. Ну чё, чатик ready? Погнали. Так, никаких. Я на 737-м летал очень-очень давно. Погнали. Конечно, знаю. Я уже ее включил. Она у меня забиндена на кнопке джойстика. Так, 100. V1. Rotate. О, как он идет, а? Как он идет. Positive rate, gear up. LNAV. Сейчас посмотрим, как у меня переключится ли. О, переключился. VNAV speed. Прям замечательно. Замечательно. Погнали. 181. Автопайлот он. А как эту срань вов перевести? Подскажите мне. Не знаю, ладно, пока пускай это. 3000 acceleration. Пошла скорость. Погнали. Закрылки 10. Центру крутилки ренч. Ладно, по центру крутилки ренч. На козырьке. Закрылки 5. А, левой кнопкой по рычагушек. Оп, о, круто. Ну чё, мы с экипажем в 14 человек из чатика успешно покидаем Орландо. И закрылки убраны. Радар включен. Это надо было сделать раньше. Да и в общем-то и все. Можно дату, конечно, еще включить. Вот так будет удобнее. А, трафик. Да, все. Спасибо. Ну чё, наш красавчик Airbridge Cargo покинул воздушную гавань. Аэропорт Орландо. А что, будет действительно 777? Так, а что тут мониторить? Вообще, внимание, что мониторить? Так, это Outflow Valves. Там все, я понимаю, в автоматическом режиме все работает нормально.
Нет, топлива в центральные баки вроде как не лил. Сейчас мы это глянем. Фуэл. Да, в центральных у нас по нолям. Соответственно, кроссшит я наглухо вырубил. Не знаю, почему он был включен. Все. Ладно, давайте посмотрим тогда, есть ли у нас кто-то в сети на протяжении нашего полета. Вот спай. А че он не врубается? А вот он у меня же врублен, потому что... А, да, высота перехода. Я ее даже не посмотрел, честно говоря. Ну там, по-моему, 5 или 6 тысяч, не помню. 5 тысяч, ага. Стандарт сет. Прошли 10 тысяч, соответственно, лендинг lights off. Все. Теперь точно делать ничего не надо. Расчетное время в пути, дамы и господа, 1:05. Поэтому да, надо бы посмотреть уже. Думаю, стоило бы посмотреть погоду, все дела. Питер, он такой город, опасный, коварный. Хотя последнее время там вроде погода получше, чем в Испании. Так. 5 метров в секунду. Да. Но мне не надо ничего балансировать. У меня все вот с точностью до миллиметра. По 7,2 в каждом баке. Пускай. Пускай пока без кроссфидов пососет. Хотя да, по умолчанию они были включены, вот эти. Вот здесь вот. Кроссфиды, блин. Это меня удивило, но я на четырехдвигательной технике не летал. Так, да, мы остановились на погоде. 10 метров, 10 узлов, 300 на... так, 300 на 10. Variable 270-330, few... 2225, 10, 22. Так, ну с таким ветром будем садиться на 28-ю, думаю. Какая там, подсказывайте, Григорий, подсказывай, какая там в Питере полоса в работе? Обычно 28-я левая или 28-я правая? Хедю крутить. А надо, да? Ладно. Подкрутим. 28-я левая. Хорошо, спасибо, Александр. 28-я левая. 28-я левая. 28-я левая. Так, еще раз. Мы летим до точки. И у меня эти сирут. Не вижу. Эти сирут до точки. Акару, скорее всего, будет Акару 1 Виктор, да? Хотя, может быть, и нет. Так, 28 левая, да, change. Установлена. Я кару сейчас. Это я про чарты говорю. Я кару
28 левая. А Кородин Виктор, в принципе, годится. Ладно. Для обоих полос. А Кородин Виктор. А что, не кошерная? Какая кошерная? Кошерная, что ли, которая эмулирует этот арку, блин? Которая по типу идет через Лима Индия 764 на ИАФ. Блин, да не, нахрен такую срань крутить. Нет, кошер, самая кошерная схема. Хотя нет. Или да. Да. Все равно придется крутить вот эту срань. Но мы сделаем немножечко не так. Мы с Абари, блин. С Абари будет же лучше, да? Так, а чё он на Абаре-то не поменял? Абаре. Я же выбрал Абаре, блин. Так, нет, а коров все-таки через Рнад надо. Кородин Виктор там попрямее получается, да? Короче, Кородин Виктор будет. Так, ЛСУ 28 левая, вы мне говорили, да? И Арната не Абари, вот так вот. Вот так вот будет хорошо. Так, мы уже почти на эшелоне, что не может не радовать. Пассажиров мы сегодня не везем. Что тоже не может не радовать. Так, соответственно, Лекс. Так, а Кару? Да, вот он разворот и на посадочную прямую. Так мне нравится значительно больше. Так, ладно. Продолжаем продолжать. И забрались уже на эшелон практически 3-3-0.
Двери закрыты. С гидравликой все нормально. Электрика. Все отлично. Также здесь нет таких приколов типа тикас below, туда-сюда. Нема, все нормально. Так, ладно, давайте посмотрим, что тут у нас прогресс есть, страничка. До Top of Descent 197 миль. Так, это хорошо. Теперь давайте искать на этом самолете нав-панель, блин. Потому что что-то я вижу только панельком. Такой нав панель, а у него что, как в этом, как в арбузе через Макду все, а вот наврат, да, о, круто, бля. Так, меня интересует 108,9, возможно, не знаю, какой там у них хилс. Хилсу 28 левая рна, так. Так, 108,9, 275. Подтверждаем. Так, минимум и баро. Кат 1. Чарли 279. Ой, какая-то сраная. Пока накрутишь, охренеешь. Колесом быстрее крутится, но колесом оно не крутится у меня. Вот в чем фишка, блин. Мне Серега сказал, что надо типа это, что надо где-то в этом настройках настроить. Сейчас я можно посмотреть, поискать где-то вообще. Так, мы на эшелоне. То в принципе, почему бы и да. Return. PMDG-situp.
И, наверное, в опшенсах, скорее всего, надо в симуляционсах. Это баро минимум кноп, да? Touchdown sharking. Ну хорошо. Так, это не здесь. Вот что мне нравится в этом самолете, это просматривать миллионы опций, блин. 22 страницы, блин. Так. Next page. Да пускай будет он call-out, что нет. Bank angle call-outs. Он... Ну пускай будет 2500 и 500 пускай будет. Auto position. Take of trust. Так, понимаю, да? Так, это калькулятор отошел вина в Climb Page. Не надо. Standby Instruments. RMI. Yes. Yes, yes, window frame style, mem device on yok. Yok placard, чек-лист, тут чек-лист у меня, о, круто, блин. Flight test package, ну. Satcom, fire detection, main deck. Auto start system, yes, ice protection option. MCP style digital analog radio twin panel Boeing Gables, пускай будет Boeing push to talk. Yes. Minimums. А, во. Slow fast rotatory. Во, бля. Еперный балет. Это да, я надеюсь. О-о-о-о. Блин, как тяжело. На 20-й странице, парни, блин. Это ж пипец просто. Так, еще раз, что там было по минимумам? По минимумам было 279. 279. Да, 279 так стоит. Так, минимум установлен, что там по go-round? Ну, в принципе, go-round летим, перехватываем радиал 245 Санкт-Петербург и до 19 мили становимся в холд. В
принципе, inbound course обратный, блин, радиал 65-й. Так, значит, нам понадобится Санкт-Петербург вор 113-4, надо полагать, да? На фрат 113-4. Пускай стоит, вот. И 245-й радиал. Пускай будет, блин, нате вам, блин. В общем-то, все. А, по скоростям, блин, ёперный балет. Меню FMS. Не, ну я понял, да, что формально. Так, init индекс performance. Так, а почему у меня... Где у меня лендинг перформанс, блин? А вот и прочий референс. Все. Так, ну, будем садиться, наверное, с закрылками 30. Да, я понимаю, это максимальное положение закрылков. По QNH и высота перехода, кстати, точнее transition level у них 3,5, а давление сегодня у нас в Питере. В Питере сегодня давление 10,22, у вас там замечательная погода, я смотрю. Соответственно, transition level будем считать 4,5. Это, по-моему, в десенде надо, да? А где, кстати? Транзишн. Так, спид, да. А транзишн левел не вижу где. Да. Винаф. Да. Винаф. Форекаст. Вот 4,5. Чего? Вот так. Так сработало. Ну, в общем-то, все тогда. Блин, я к концу того полета стал специалистом по Boeing 747. Жаль, что у него нет экипажа, иначе бы я засел за его обучение. А так раз в пятилеточку полетать. Так, что у нас там? 6.0, 6.0, 6.0, 5.9. Ну давайте включим, что ли, пускай работает, блин. Система есть, пускай трудится. Даталинк тоже там же коннектится? Или откуда-то с другого места, блин? Дата-линк на пьедестале. Вот здесь вот, да? Ну, блин, я не знаю, поэтому я вообще ничего не буду делать здесь пока. Потому что что-нибудь сейчас наделаю такое, что... Пускай он мне по этим, по ворам, да по РС считает. По старинке. Я думаю, нас устроит. А что неправильно посчитает, мы руками исправим. Через среднюю Макду. А, да. А, тут даже карсы есть. О, круто, блин. Так, Таталинк меню. И чё? Как его приконнектить?
Или даже типа pre-connection. Так, летим полчаса, следовательно. Все, понял. Fuel tank. Engine. Это у меня случилось после того, как я включил этот кроссфит. Ну давайте выключим. Не люблю я желтые надписи у меня на икаме. Да? Так. Прогресс. Снижаемся через 80 миль. 14.00 Сулу. Сейчас 13.50. 10 минут. Это значит, что у меня есть время выйти и покурить. Надеюсь, не придет никакой бешеный контроль. Чтобы вы не скучали, сейчас я вам влеплю саундтрек из Red Dead Redemption 2. Все, сейчас приду. Так, а что произошло-то, ёперный балет, а? И музыка такая тревожная, бля. Ну что, мы не развалились, нет? Ладно. Сейчас. Я знаю. Так. Vertical speed, пожалуй, вот так вот ведем. Ну что-то все равно этот не желает работать мой. Так. Я, конечно, подозреваю, что я сделал. Я, видать, этот тронул. Как его, штурвал рога, когда выходил, и отключился автопилот. Папа, мы тебя там не, не
Не будет пожара, иди, иди. Так. Вы слышали знаменитую историю про этот, про китайский Боинг, как он там, блин, сделал мертвую петлю, бочку, еще что-то там прокрутил. У него, правда, все подпадало, там непонятно, как он сел. Ну, точнее, понятно, самолет-то железный был. Контент, контент, парни. Контент пошел. Так. Давайте. Level change. Autopilot on. И heading cell. Да. И level change на скорости будем делать 250, чтобы он побыстрее забрался на. Так, приближаемся. Это значит, надо заармировать LNAV. Ну, типа, да, решил. Ну, кстати, Серега, я заметил это благодаря тому, что я вроде бы как тебе решил ответить. Кому я там решил ответить? Я стал смеяться. А, я решил Вите ответить, что типа не забанят за этот, за Red Dead Redemption 2, скорее всего, потому что тупо можно, короче, в нее играть по сети, и, соответственно, там вся эта музыка играет, поэтому не забанят. Я решил это написать, поэтому зашел, стоя на балконе, куря папироску, зашел в чатик и увидел, что что-то самолет мой вошел в какой-то непонятный крен, блин. Так, ну у меня, в принципе, там уже, наверное, Top of Descent сейчас начнется скоро, блин. Поэтому давайте, наверное, наберем не 33 тысячи, а 1025. Или 27, вот. До чего успею докрутить, короче, блин. Так, давайте вина взобьем новый этот, новый altitude, блин, нет, не хочет. Ладно, хрен на него. Или даже до 26, вот так вот, блин. Так, LNAV. Два шесть ноль подходим. Думаю, можно включать VNAV, VNAV Speed, Trust Ref. Так, все, пошел, я докурю. У меня еще есть 2 минуты. Сейчас приду.
чатик молчит. А это значит, что все нормально, да, в полете, как я вижу. Да, вроде все нормально. Даже подлетаем к точке top of descent. Хорошо. Что там с контролем? С контролем. С контролем ничего. Так, я, пожалуй, переключу тему, потому что что-то она как-то... Вот эту вот поставлю, это мне нравится. Так, продолжаем продолжать. Контент был. Ну уж извините, парни. Случайно задел, при выходе из кабины, случайно задел штурвальную колонку. Кстати, как там мой голос слышно, да, на этом? Ну, прорывается, в смысле, через музыку. Так, кстати, можем поэкспериментировать сейчас. Вот я сейчас так сделаю. Нет. А чё, я чуть не понял, почему автопилот отключился. Может, я некоторое время усилия прикладывал, как на 310, мальчик. А ну-ка, попробуем приложить усилия некоторое время. А, все, вот, да, вот он отключился, да, все, понял. Так, мы прошли, что ли, уже топов десент или нет? Да, прошли. Хотя... Так, ладно, давайте пока тогда поставим Vertical Speed. Поставим для начала эшелон перехода. Vertical Speed минус 1500 set. Хотя здесь я ниже, блин, какого-то хрена этого вина войду. Здесь 250 или below на кару. Давайте 1000 поставим. А скорость, в принципе, можем оставить 280. По винав. Винал спид. Ну ладно, давай. Давай пойдем по винав. Доверюсь в этом вопросе специалистам. Интересно, почему, хотя у меня, да, отключены эти, понятное дело, краши отключены, поэтому, скорее всего, нет, они, самолет не разорился в воздухе, да, но вроде как я думал, что PMDG на это наплевать, на эту настройку, думал, он как-то все равно, типа, крашится, что в нем ломается.
Так, хорошо. Где здесь дистанция договора? Где здесь DME, блин? Я что-то не вижу. Понятное дело, это локалайзер, лог DME. Куда смотреть-то, парни? Подскажите, в какую сторону? Здесь DME нет, хотя вот я вижу, вроде как уже словил то, что мне надо. Санкт-Петербург, да, словил. Да. Ну, Дима, вот я сейчас смотрю, надо на козырьке. А, все, понял. Надо переключить какой-нибудь переключатель, поставить в вор. Все. О, круто. 59 миль. Спасибо. Так. Значится, у нас хотя он снижается, ну, 2.1.0, 4.5, получается 16, 16 уровней потерять, 16 на 3, 32, 48. И с вертикалочкой должны мы идти ground speed 380. Значит, примерно 1800 футов в минуту. Ну, понятное дело, меньше сейчас вертикалка у нас идет 1400, потому что мы, я посчитал по дистанции по прямой до этого, до вора, но мы-то идем не к вору, мы идем к нашему ИАФ и снижаемся до transition level. Кстати, вертикальный профиль бипри 2500. Хорошо, хорошо. Бипри 2500. А черт его знает. Не знаю. Я вчера поменял, каждые 10 минут менять. Может, надо поставить назад. Download интервал 15. Без малейшего понятия, где он. Так, пока музончик я, наверное, выключу. О, вот так вот. Не, ну периодически он тоже бывает и подружается, как в эксплейне. Ну, не всегда такое происходит, но бывает, подлавливаешь момент, и вот оно происходит. Так, ну что ж, пожалуй, мы выжили сегодня. Это не может не радовать, хотя полет еще не завершен. Оставайтесь, как говорится, на канале, ловите лузы.
Так, и Александр мне заказывал там съезд по какой-то рулежке. По А2, что ли, он мне говорил. Сейчас посмотрим. По А2. Или по А1 ты хочешь, наверное, Александр, да? Ладно, попробуем по А1. Хули нам. Да, на самом деле нет, не думаю, что будут какие-то проблемы. Думаю, зайдем нормально. Худо здесь нет? Нет, к сожалению. Да, я видел А1 под 90, но А2 вообще закрытый угол, поэтому там, скорее всего, вообще бобер не развернется. Этот не бобер, а 747, я имею в виду. Так, да, насчет ездока. Отключаем динамик, заходим эффект процессора, здесь все скидываем на ноль, блин, потому что... Все, Дим, спасибо за то, что меня предупредил. Я все эффекты подключал, поэтому знаменитого притягивания, к сожалению, не будет. Какие неплохие тут наковальни у вас в Питере. Это, скорее всего, какие-то локальное явление, потому что давление нормально такое, 10-22. Вроде как не зона низкого давления. Хотя это, конечно, с чем сравнивать. Смотрите, какая красота. И все целое, не поотваливались панели заднего стабилизатора. Да, так что всем рекомендую. Как раз сейчас до 14 числа скидос. Не знаю, кому это надо в свете выхода 2020, но все-таки. То есть мне его предлагали за 139, на 39 получилось меньше. Так, ну ты на запад посмотри. Может быть и есть. На юго-запад. Но самолет, конечно, интересный. Это что у меня? А как такое может быть? Бля, можно как-то отключить это явление? Hold, enough, enough pass. А, он тормозится, все правильно. Здесь 130 или above. Ну, здесь вот одна наковаленка есть. Да, кстати, давайте глянем погоду. Не поменялось ли чего? Не думаю, конечно, потому что поменяется. Есть, вот смотрите. 2200 Торре Кумулус Метар репортит. 25-10-22. Ветер примерно такой же, как и был. 310 на 5 метров в секунду. Поэтому, в принципе, не врет. Вот она и есть, Торре Кумулус. Хотя нарисовал он ему зачем-то наковальню сверху. Ну, это просто стандартная активская срань. Не, вот это похоже на Торре Кумулус. Смотрите, как круто, а. Какая красота, парни.
Так, и прочен 100. Lights on. А что должно быть? Кстати, надо еще поставить опцию. Я ее уже выставлял, так как сбрасывал по это по дефолту. FMS message просит drag required. Ладно, на вам drag. Положение рудов, чтобы показывал. Это, конечно, читерство, но это удобно очень. Так, думаю, все. 240. Так, тут есть даже landing checklist. И про checklist, да? Recall, кстати, где у него recall, блин? Вот это recall. Не знаю, где у него рекол. Хрен на него, блин. Так, рекол лендинг дейта. Сет. Мы у него закрылками 30-ми садится. Альтиметр с пока нон сет. Справа маленькая черненькая кнопочка. Справа. Режимов экрана. Это вот здесь вот, блин. Хрен его знает, где она, блин. А, у провока. А, да, есть рекол. Есть такое. Все окей. По реколам у нас все зашибись. Продолжаем продолжать. Давление в Питере так и остается 10.22, это не может не радовать. Да, я не думаю, что будет все нормально, чё. Ладно. Давайте тогда включим, чтобы не забыть и прочь. Я думаю, что нужно делать уже пора делать. Так, автотраст у него. А, ну вот тут вот можно вырубить. Вот все, автотраст off. Спасибо. Recall нахрен. Так, погнали пока по этим, по директорам. Так, приближаемся к transition level. Я предлагаю уже сразу поставить 10.22. Установлено. И предлагаю начать уже вываливаться потихонечку. Потому что если нет, то можем не успеть. Что, правда, я не помню, какая там и прочь спит у меня, блин. Да, хорошо. Так, закрылки 5.
Lights, localizer live. Да, спасибо. Где? Ну, я на всякий случай посмотрел, чтобы вот это не получилось как. А, блин, какого хрена? А-а-а-а. 2500, друзья, товарищи, надо было поставить, бля. Ну все, это, конечно, уход на второй. Блять. Ну мы еще можем, конечно, повоевать. Гирдаун. Директора нафиг. Да, интерсепторами пахнет. Кстати, интерсептор надо заармировать и поставить здесь автобрейк. Не знаю, какой там я автобрейк поставил. Какой-нибудь. Двадцать пять. Да я вижу, что высоко, но я на Эдоле иду. Поэтому присоедините ремни, товарищи пассажиры. И успокойтесь, все у нас получится, в принципе. Вертикалка, правда, 2000. Но ничего. Так, на, конечно, на А1 съехать не обещаю. Но постараюсь. Так, начинаем вытягивать понемножечку, потому что, да, что-то вертикалочка совсем уже какая-то неприличная. Так, до 500 успеем стабилизироваться? Не, не успеем. Ну, практически стейбл, потому что смотрите, как у нас все хорошо. В том плане, что continue. Land. Не, ну летит он, конечно, как сосна, нормально так. Reverses. Тапки в пол, manual breaking. Съедем на А1. Так, по просьбам телезрителей. Было нормально, по-моему, была вообще великолепная посадка, заход на 4 с плюсом, посадка на 5. Так, что у нас там со спидбрейками? Убираем. Ну, это, как говорится, опыт, его не пропьешь. Блять. Да, вот даже сюда в кабину долетели брызги, видите, из салона. Так, а теперь скажите ко мне, где здесь у вас карго стенд? Санкт-Петербуржцы. Тогда отключаем. Час 07. А было час 10. Мы даже на 3 минуты раньше запланированно прилетели, парни.
Это с учетом бочек и всего остального. А я вообще могу по этой рулежке ехать? Я там не сношу эти джетвеи, блин, случайно. Спасибо. Так, да, давайте посмотрим. Температура колес, ну, немножечко их перегрел, конечно, там, совсем чуть-чуть, чутка. Но, как говорится, надо расширять канал, надо выполнять, стараться выполнять просьбы телезрителей. ДГ Бутафлори. Да нет, лично сам, Александр. Попробуй, полетай. Так, Почта России. Кстати, мы Почту России везем, поэтому можем, в принципе, сюда заехать. Хотя я вот не уверен, что он поместится, что он проходит по вот этим вот рулежкам, которые тут намалеваны. А там вроде как уже VIP Apron. Скорее всего, да, это и есть карго. Ну ладно, следующие рулежечки завернем направо. Apron 2, наверное, это и есть карго. Кстати, по превышению что там у нас 79, да, но сотку показывает, нормуль, чуть меньше. Так, главное, попробуем ехать сюда и стать возле Почты России где-нибудь там. Везем джойстики Airbus от Trustmaster. Не уверен, что я, конечно, здесь проехал, не выехав на газон ни в одном месте. Хотя, говорят, Boeing 747 очень неплохо умеет разворачиваться на одном месте, за то, что у него задние центральные стойки поворотные. Так, этот стенд меня устраивает. Lights off. Кстати, да, радар бы надо было бы. Или он тут автоматически выключается. Ну мы ж Почту России, Дима, везем. Я ж не могу задерживать ожидания приобревших Trustmaster Airbus. Так, паркинг брейкс он. Так, ну что, получилось неплохо. Я тут пару вещей еще не сделал. Давайте-то, наверное, выпустимся на 40%. Блин, на 40%, на 40 градусов закрытый поставим. И отключимся от веб-пайлота. Я хотел им сообщить, что я захожу на полосу 28 левую, но так все быстро произошло, что было не до переговоров. Так, поехали, повтор. Секунд 700, наверное, будет, думаю, в самую дырочку. Нет. 600. О. Так, у вас не работает, как обычно. Так. А чё у меня не выехали закрылки, блин? Чё за фигня?
Ладно, он на повторе их не выпускает. Ну и черт на него, да. Так, посмотрим этот эпичнейший заход, блин. Очень уж мне не хотелось уходить на второй круг, потому что надо было как можно быстрее начать вычищать остатки каловых масс после моих маневров. Так. Ну да, Серега, это не отнять. Что есть, то есть. Самолет красивый, да. Красивый самолет, красивый сценарий, город красивый. В этом полете было все замечательно. Даже кек был живописный, да. Так, ну все, теперь у вас есть челлендж повторить за мной, съехать на 747 на А1. А черт его знает, что они не вышли. Я не знал, что ПМДГ выпускает закрылки. Сейчас. Привет, Лёх. Ты многое пропустил, блин, сегодня, к сожалению. Было весело.
Заход с вертикалкой в 2000 пропустил и небольшой кек в середине полета. Он был настолько небольшим, что Александр счел нужным написать мне сообщение через WhatsApp. Игорь, самолет падает! Ну, кстати, Александру спасибо за это. Хотя я уже, ну, увидел... Это благодаря тому, что хотел ответить Виктору в чатике. А у России есть, да? Да, вроде как есть этот. Не, я предупредил, что лечу по этим, по видео из Ютуба. Причем недосмотренных до конца. Поэтому, ну, благодаря тут Сереге, Диме, очень многое мне тут прояснили с этим самолетом. Да, ведь сейчас присоединюсь. Пич, конечно, был великоват, там, ну, 5 градусов вроде как я смотрел. Не знаю, какие там рекомендуют на 747 пичи. По-царски освободил по на А1. Ну что ж, парни, на этом можно заканчивать. Спасибо всем, что смотрели и половили со мной эти кеки. Спасибо, Вить. Спасибо, Лёх. Все, всем спасибо еще раз и пока.